Всем привет! У меня тут ситуация, можно сказать, сюрреалистичная произошла, поэтому я хочу ей поделиться. Произошла она, в общем, 2 дня назад. Мы были с вот этими вот двумя парнями в клинике. У него и у того, что там сидит, нашли ринит, но Валера у нас отличился. У него переросли левые верхние и нижние резцы. В целом сказали наблюдать, пока недельку у него будет возможность их сточить самому лично. А если не сточит, в общем, будем подпиливать в клинике. В целом сама поездка для меня была тем еще приключением, потому что физически мне было больно в тот день передвигаться, но кое-как съездили, приехали, в общем, с немножечко волнующимся, но обнадеживающим настроением, и буквально выгрузив крыс, я даже сняла один прекрасный фрагмент, который вставлю вот прямо сейчас. Приехали домой, Жор вон уже вылетел, таращится. Этот выйти не может, он только начинает выходить. Встречается с кормушкой, берет оттуда его корм и жрет. Валер. Валер, у тебя было на это время? Мишка. Валер, выходи, пожалуйста. Зубы переросшие, да? Ну? Стачивает панически. Не хочу опять через неделю ехать. Ну его нахрен. Прошло несколько часов. Мой любимый человек вернулся с работы. Я как раз полечила их от ринита и говорю: слушай, а давай сфоткаем зубы Валере, чтобы определить через неделю, насколько они отросли у него, насколько он их сточил. В общем, скорректировать прогресс. Я взяла Валеру. Эдвард начал фоткать зубы. Мы сделали пару снимков. Я спросила, все нормально. Он подтвердил то, что снимки получились хорошие. Я взяла телефон в руки и увидела эти снимки. Сказать, что я была в шоке с Валерой, это ничего не сказать. При попытках допроса, куда он подевал свое добро, он, в общем, не раскололся. Я перерыла всю клетку, всю переноску и, в общем, зуб не нашла, пока мне не пришла в голову идея заглянуть в спутники, потому что, ну, мало ли. Загадка века разгадана. Я нашла его зуб. По итогу, что мы имеем? Мы имеем Валеру, который истерично, можно сказать, в отчаянной попытке исправить свое положение, начал стачивать зубы, видимо, после сна, и немножко перестарался. В целом, эта ситуация, в общем, для него не страшная. Он ест корм, хрустяшки, все это, ну, без проблем. И мы будем просто наблюдать пару недель то, как отрастает его зуб и как он будет его стачивать вместе с верхним резцом. Ну и по итогу, если все будет хорошо, то он сам с этим справится. Если нет, это все скорректируется у ветврача. Поэтому, в общем, никаких особых переживаний. Но я до сих пор пребываю в некотором шоке. У меня успело уже быть и отрицание, и принятие, и истерика со смехом и слезами. В общем, в целом ничего такого страшного не случилось. Кто-то поржал, кто-то поплакал. Но будем следить, наблюдать. В общем, берегите крыс, и когда вы их ощупываете, не забывайте проверять их зубы.